Здание Ликино Дулевской школы номер 4 имени Перегудова 30-х годов постройки. При демонтаже вскрылись все слабые стороны. Так укреплять деревянные перекрытия между этажами стало просто нецелесообразно. Так как конструктив 38-го года, школа достаточно, скажем, не свежая, перекрытие будет, соответственно, металлические балки, профнастил и стяжка по нему. Рассчитано и по нагрузкам с запасом, и, соответственно, будет все выполняться в рамках нормативов, СНИПов. Сейчас на объекте трудится 25 человек. Запараллелено было всего несколько видов работ. Но после визита главы Ореховозуйского округа Руслана Заголовацкого и обхода объекта, а также достаточно жесткого разговора, подрядчик обещал усилиться в 2 раза по количеству людей и всем видам работ. Уже на следующей неделе начинают менять кровлю, прокладывать коммуникации и как поступит материал, начнут монтаж фасада. Теплотехнические расчеты сделаны, что фасад утепляется, вентилируемый, да, с металлокассетами. Он долговечный, и практичный, и в то же время, так скажем, не зависит от погодных условий при монтаже. После ремонта в школу будут приобретены новые современные мультимедийные системы, оборудование для классов, также заменят мебель, приобретут необходимое оборудование для пищеблока.